здравствуйте, дорогие зрители. Поздравляю вас с праздником Масленицы, с Крещённого Воскресенья. В Сырдарьевске сегодня минус 4 градуса, снега очень мало. Сейчас я иду на площадь Победы снимать праздник. Всех с праздником вас. Вот такое праздничное представление на главной площади. Народа очень много и радуется празднику. Награждаются дипломами, грамотами и медалями. Сейчас я иду в детский парк. Самый интересный момент я сниму и покажу вам. У парка мы видим очень много лошадей. И сейчас в парке играет музыка. Вот, молодцы. Вот так хороводик, соединяйте здесь. Вот. Ну, что, мои хорошие, что бы ни случилось, нужно, ни за что. Открывай работу, открывай, есть она, да? Она это просто. Вот такие красивые фигуры Масленицы в этом году. Итак, все жду с праздником Масленицы. Всех с праздником счастья, любви и здоровья. Чтобы все в жизни было все хорошо.